Все работы сданы, контрольные написаны, оценки поставлены. Через несколько дней начинается долгожданное лето с его лагерями, поездками на море, прогулками до вечера и играми во дворе с друзьями. Учебный год в Центре образования подошел к концу. Каким он был и чем запомнился, вспоминали на торжественной линейке ученики, учителя и все работники школы. Нашел хорошего учителя из новых друзей. Я участвовал в олимпиадах и разных акциях. Чем вообще учебный год запомнился? Разными конкурсами, как, например, я рисую мир, жизнь без шока. Очень многие конкурсы мне запомнились, их и не перечислить. Мне нравится математика и русский язык, потому что их преподает наш любимый учитель. А как учителя зовут? Светлана Владимировна Шишкина. На торжественной линейке награды получили ученики, которые достигли больших успехов в учебе. Стали победителями и призерами городских олимпиад по русскому языку и математике, научных школьных конференций и конкурсов. Кроме того, дипломы и гранты получили ребята, которые принимали активное участие во внеурочной деятельности. В общей сложности на празднике вручили 120 наград. Я была на городской олимпиаде по русскому языку. Проходила олимпиаду дня и стала призером. Мне нравится учиться в школе, потому что здесь хорошие учителя, углубленное обучение и интересные темы. Школа старается дать своим ученикам не только знания. Центр образования воспитывает в детях лучшие качества – патриотизм, любовь к родине, гуманизм и доброту. Для этого в течение года в школе проходят различные экологические и социальные акции. Это в том числе сбор макулатуры, батареек, пластиковых крышечек. Помощь животным брошенным – это приюты, это день чистоты. Экологические акции всероссийского уровня. В этом году мы вступили в добровольческую организацию города Саров «Добровольцы Сарова», в которой мы участвовали, 20 акций провели в Центре образования. В следующем году мы планируем выходить на регион. Все это стало возможно благодаря трудолюбию, вдохновению коллектива учителей, администрации и директора Центра образования. Впереди новый учебный год, и школа уже знает, что останавливаться на достигнутом она не будет. Екатерина Пенова, Сергей Чекалин, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24».